Короче, извините, подвиньте, что я опять трубку бросил. Но сейчас точно не прошу. Так. Ну, в принципе, на улице тоже будет нычка, если хотите вы. Например, вот тут вот в воде нычка. И под лёдом. И вон там вот. Я не знаю, может, это заметит, но я думаю, что точно нет. А то Лёня сказал, слышали, что так. Давайте сундук самый низ прячем. Так, все, побежали наверх, наверх, наверх. Что мы сейчас с вами задохнемся. Нам уже это дышать даже надо. Так, короче, что дальше мы будем делать? Так, все вот это мы убираем. Сундуки тоже. Вообще надо их. Так, где наши шундуки? Какие шундуки? Сундуки. Так, ну теперь всякие такие руды. Какие руды? Надо брать. Ну, короче, какие есть, какие буду брать. Просто тут очень много руд. Надеюсь, такой ролик больше не будет выходить. Как я у него украю, украду, 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 я украл, я украл. Так. Ну, короче, Владус подумает, где поставит, я сейчас смотрю. Окей. Так, теперь прячем. Ну, в принципе, тут по одному будет, потому что тут самый один, и тут изумрудик. Той. Стой. Блин, этот изумруд везде. В принципе, мне это и понадобится. Там-то мы сделали правильно, но... Смотрите, этот изумруд везде. Ладно, следующий алмаз. Вот так вот. Ну, в принципе, так и хватит. Зачем нам еще заполнять? Так, и если мы с вами заглянем, ну, на какой-то сундук, все равно все так же будет. Все равно, смотри, если мы будем смотреть вот прямо на другой сундук, так, какой, вот прям вот на этот, смотрите, оп. И тут все тоже. Ну, короче, ладно. Теперь, надеюсь, Владос придет. Все. Короче. А где выход-то? Я выход потерял. Я запутался в этом. А, нет, не запутался. Все, я нашел выход. Все, я пока. Прощай, дом, пока. Всем привет. Меня зовут Владос. И сегодня мы с вами будем у Лени забирать. Рут, ой, все мои вещи, потому что он украл меня и, надеюсь, он никуда не прятал. Ну, пойдемте смотреть, в принципе. Не спрашивайте, почему у меня сейчас вот такие сердечки. Так, короче, подписчик, который делал этот дом, он реально с ума сошел. Как так? Спасибо. Короче, ладно, давайте ну ты.
нычку сделаем потом. Давайте поищем. Можно нычку сделать? Обалдеть, эти сундуки везде. У меня в голове сундуки, я же мог... Господи. Так, хотя бы что-то тут же есть. Тут сундуки. Господи, там сундуки. Ёшкин, матрёшкин. Я не ожидала такого дома Лёни. Только он сейчас на улице. И главное... Так, всё, закрылась с собой дверь. А, так, давайте сюда. О, мне эта нычка и хва... Как раз и хва... Надо мне эта нычка. Как раз и надо. Так, так, давайте два тех факи поставим. Так, надеюсь, сундуки под водой не прятали. Хотя давайте это проверим. Так, надеюсь, тут не прятали, потому что туда мне не надо. Я... Если там прятали, это полный капец. О, кто-то лесенку сделал для меня. Ну ладно, давайте смотреть, где мы сундуки с вами будем ставить. Так. Под водой будем ставить. Еще, короче, пошли искать у него разные сундуки. Ну я же понимаю, что там... я вот этот подписчик, этот реально совсем подписчик. Надо бы вот такие сундуки нормальные. Я уголь возьму. Теперь можно просто из одного сундука просто брать руды. Ой, вот такие. Наверное, Лёне эта идея точно не понравится. Я просто реально, я не знаю, Лёне понравится эта идея. Но я надеюсь, что ему понравилась такая идея. Потому что зачем подписчик-то это сделал? Наверное, Лёня это захотел. Ну, ну, пойдемте. Что-то у нас тут еще было вроде. Так, давайте скопаем. Так, ну не, не надо копать. Блин, такой страшный дом. Он даже не украшивал этот дом. А тут что? Я могу, в принципе... О, Назарит! Мой Назарит, вы помните? Назарит, блин, я его не заметил в начале ролика. Блин, мой Назарит, а нафига он его украл-то? Зачем мой Назарит-то украл он-то, а? Леонид Андреевич, блин. Что поделаешь, это же Леонид Андреевич. Кажется, просто в этот сундук надо. Ночь становится, очень страшно будет Алене дома ходить. Я думаю, потом ролик нафиг надо заканчивать, потому что... Ладно, всем пока!